Викторола и граммофон – эти два удивительных аппарата для воспроизведения музыкальных произведений, записанных на пластинках, хранятся в фондах музея-заповедника «Родина Ленина». Первые викторолы поступили в продажу в 1906 году. Название дано по названию фирмы-производителя – Victor Tolkien Machine Company. Викторола представляет собой деревянный ящик темно-коричневого цвета с открывающейся крышкой. Справа на корпусе заводная ручка из стержня круглого сечения с точенным деревянным держателем на конце. На верхней стороне аппарата по центру диск для пластинки и игла, закрепленная подвижно. Позже компания, производящая Викторолы, стала дочерней компанией общества «Граммофон». Граммофон сложно перепутать с Викторолой. У него огромный рупор в виде воронки, необходимый для усиления звука. Он изготовлен из тонкого железа, окрашен в бордовый цвет золотистым орнаментом и линиями. На боковой стенке под прямым углом вставлена ручка, приводящая механизм в движение при помощи вращения. К задней стенке корпуса прикреплен кронштейн, на котором держится звуковая коробка с иглодержателем.